Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию связать необычную немножко приманочку, как поппер, в форме лягушонка. Для этого я изначально взял довольно-таки солидный тяжелый крючок, сделал его под незацепляечку, и теперь для крепления части, где у меня будет крепиться пластиковая моя из пенки голова, я закрепляю вот такую скобочку, чтобы у меня оно не проворачивалось, тело. Хорошо промазываем клеем и даем подсохнуть нашей заготовочке. Значит, я вырезал вот в такой форме, еще не раскрашенной, голову. И из резинки, которая силиконовая, я вам уже показывал, вот такой, но зеленого цвета, я изготовил лапки, задние и передние. Пока будут сохнуть, давайте вы изготовите лапки, и потом дальше мы продолжим изготавливать наш поппер лягушонок. Клей наш подхватился. Вот я подготовил такие лапки назад, и теперь буду крепить эти лапки. Вот так мы закрепили наши лапки. И теперь я немножечко здесь промотаю даббингом красного цвета для того, чтобы сделать точку атаки. Даббинг можно использовать любой, синтетический, натуральный, как вам будет удобно. Он играет роль только лишь техническую, для того, чтобы мы могли развести лапки. Ну и обозначить точку прицеливания. Проматываем еще раз. Так. Так. Так, и оставляем наши лапки в таком положении. Как вы видите, достаточно подвижные. Наборку я сделал из разных резинок. Вы можете для себя подобрать, как вам будет удобно. И теперь я увожу нить вперед, делаю завершающий узел и ее убираю. Она нам уже не нужна. Промазываю хорошо клеем и нашу заготовочку, и место, куда мы будем крепить.
раздвигаю свою заготовочку и одеваю сверху. Вот так. Вот у нас должна получиться вот такая конструкция. И теперь я место стыка промажу клеем и прихвачу обыкновенной прищепкой. Клей наш прихватил материал. Теперь мы будем крепить передние лапки. Передние лапки я подготовил. Вот связал тоже узелочком. Сейчас мы примеряем их длину. И передние лапки мы будем крепить с помощью иглы даббинговой. Так как они у нас направлены вперед, значит, мы с вами слегка протыкаем нашу пенку спереди, даем ей наклон, вот приблизительно вот так, и сюда я вставляю нити-вдеватель. Так как толщина резинок у нас большая, необходимо очень аккуратненько протаскивать резинки, дабы не порвать наше тело. Подхватили и протаскиваем. Где-то так. Ту же самую операцию мы проделываем с другой стороны. Вот так. Теперь нам остается только лишь направить наши лапки и приклеить их. Вот где-то вот так подтянем эти еще немножко вперед и подровняем. Смотрим. И теперь я отрезаю здесь остатки западлицо. Добавляю капельку клея вместо крепления.
подравниваем наши пальчики. Вот такая конструкция у нас вышла. Теперь я приклею глазки и попытаюсь как-то его разукрасить. Но прежде чем мы будем клеить глазки и разукрашивать, так как у нас мы изготавливали не зацепляйку, значит доделаем ее не зацепляйкой. Вот эту часть лески, которую я раскусываю пополам, и вывожу слева-справа от крючка. И теперь в районе головы я делаю под углом два прокола. Один и второй. И заводим сюда нашу леску. Завели леску и сразу подравниваем кончики. Так как нам будет немножко неудобно, я беру пинцет и пинцетом подравниваю. Вот. Подровнял так, чтобы у меня одинаково было со всех сторон. И в месте крепления я наношу теперь клей с одной и с другой стороны. Вот так. И теперь я откушу леску и попытаюсь на свой вкус разукрасить нашего лягушонка. Вот я разукрасил, какие у меня были под руками цвета. Вы уже разукрасите себе, как сами захотите. И наш вот такой хитренький лягушоночек готов к рыбалке с глазками, как вы видите, и все, что у нас получилось. Желаю вам удачи, до скорых встреч!